всегда совершает подвиги. Вот в очередной раз он собирается в Марианскую впадину. Я испереживался последний-то раз, когда он летел на этом шаре, в этой гондоле. Вот там еще сыночек Оскар снизу разруливает как-то над Южной Африкой, он прилетает, там он с диспетчерами говорит, и все там: «Давай, Федор, давай!» Боинги все влево, вправо, он прям туда и куда надо. Прилетел, приземлился, только с Божьей помощью, потому что там такие коллизии были наверху. Он говорит: «Хорошо, что я компас школьный взял с собой. Все это отказывает, а компас работает». Вот, я почему про него говорю, потому что он в сублимированном виде всегда берет меня с собой в качестве песен. И я уже два раза был на Эвересте, уже один раз вокруг Австралии, потом на веслах через океан мы с ним. Он греб в основном. И Ургант говорит: «Я представляю, как он гребет, а у него в ушах наушники. И там: как здорово, что все мы здесь сегодня». Вот я ему говорю: «Федор, ну зачем в Марианскую впадину?» Он говорит: «Ты песен сколько написал?» Я говорю: «Так, где-то 270-280. Он говорит: «Ну и хватит, что ты пишешь и пишешь. Остановись уже». И он тоже не может остановиться. Все время в дороге, в путешествии. Анекдот замечательный этот. Пришли бандиты грабить квартиру Федора Конюхова, а он дома, прикинь.